Доброго времени суток, уважаемые друзья, зрители и гости нашего семейного канала «Улетный дачник». Ну вот прошла еще одна неделя. Время, слезав эту неделю, предоставило нам новые возможности, радости и счастья с наступлением уже окончательно весны. И та неделя, которая была очень напряженная по температурным показателям, были даже заморозки. Вчера был штормовой ветер, и так было ощущение того, что эта радость солнечного дня никогда не наступит. Но все проходит, и, как я всегда говорю, добро всегда побеждает зло. И вот ясная солнечная погода победила ненастье, и мы сегодня находимся в прекрасном весеннем настроении. События на нашем дачном участке, окамленным кадастровыми границами, всегда насыщенно и многообразно. И несмотря на то, что все вроде кажется скучно и неприметно, дом, участок, голуби, но все равно можно всегда найти то, что спрятано от невнимательных глаз. Сегодня прилетело какое-то очень большое количество птиц. Я думаю, я их обязательно засниму. Скворцы уже, похоже, сели на кладку своих яиц, потому что скворец-самец начал активно таскать корм в скворечник. Распускается лиственница на нашем дачном участке, а это первый признак, что скоро будет вообще очень тепло. Потому что лиственница обычно у нас начинает распускаться активно только к началу мая, к концу апреля. Ну, а сейчас еще не конец апреля, а только 20 числа. Огородничество и садоводство тоже приносит свои плоды. И чеснок, который мы сажали с вами в том году на грани временных показателей и температурных норм, начал дружно всходить. Моя теща все переживала и беспокоилась, которая, хотя раньше посадила чеснок, что ничего до сих пор не всходит. Но вот в связи с теплом все пошло. И сейчас можно наблюдать тоненькие ростки чеснока, которого я привез с Костромы и который сажал, по-моему, в ноябре. Перемещаясь по дачному участку, наш путь всегда мой путь, утренний, сейчас лежит уже не только с прогулками с нашей собакой, но и кормлением голубей, так как мы уже перешли на двухразовое кормление. С чем это связано? А связано это с тем, что птенцы, которые активно начали расти, родители их уже не кормят зобьим молоком, а в их зоб уже попадает смягченный корм, который они смягчают в своем зобе. Соответственно, кормление должно быть двухразовое или трехразовое, чтобы голуби, насытившись сами, имели возможность накормить своих отпрысков, дабы они быстрее и дружнее росли и были сильны, крепки и легки на крыло. Возможность двухразового кормления у меня сейчас есть, так как я живу на даче и чему несказанно рад. Вот. И, соответственно, все происходит, кормление под контролем. Зимнее, осеннее, весеннее время и до того, как голуби, и во время того, как голуби кормят своих птенцов зобьим молоком, кормление у меня происходит один раз в день. Один раз в день. Чаще всего, да не чаще всего, а так и есть, это в 17-18 часов вечера. Ну а сейчас кормление будет происходить перед работой в районе 5-6 утра и также вечернее кормление в районе 18 часов. По возможности в выходные дни кормлю голубей, у которых есть птенцы 3 недели. Норма должна быть чуть-чуть увеличена, если голубь спортивный, да и вообще голубь 20, 30, 40 грамм, то обычно чаще всего вечернее кормление
Я даю чуть-чуть больше, чтобы голуби, проснувшись, если корм останется, ничего страшного. Утром добавляю, и как бы голубята маленькие всегда сыты. Наладился наконец-то у меня зерновой канал с Москвы, и сейчас, я думаю, не будет проблем. И недавно я получил, мне привезли 2 мешка замечательной голубиной смеси Г1 и Г2, которую я стал с успехом добавлять в корм, и она подошла вовремя, потому что птенцам нужен уже полноценный корм. Единственное, возникла проблема, что голуби давно не получали, сами голуби, родители не получали такую смесь. И, соответственно, мне кажется, произошли какие-то расстройства в их пищеварительной системе в связи с новым кормом. И появился какой-то в одном из отсеков, где много птенцов, запах какой-то, кислостью какой-то пахнет. Вот, ну, пока не могу понять, я думаю, что это скоро пройдет. Бойный мир, который мне еще не понятен, вступает в свои какие-то, закрепляется в моем сознании. И на самом деле вот эта птица, бойная птица, бакинские бойные голуби, стали мне интересны, стал чуть-чуть что-то понимать. И чем сложнее, конечно, тем вот это больше захватывает увлечение. Появились кое-какие результаты, мы сегодня обязательно откроем бойных голубей. Вчера они у меня летали в сильный ветер. Ну и мне кажется, что результат будет. И птица все-таки поднимется высоко в небо. И там на какое-то время закрепится хотя бы там на 30-40 минут. Там тоже картина в отсеке, в питомнике, в голубятне, где живут бойные голуби. Картина тоже хорошая. И уже несколько пар сидят на... Снесли яйца и сели на кладки. Это пара, из-под которой мы взяли голубят и переложили. Взяли яйца и переложили нашим спортивным голубям. И они растут и прекрасные. Такие крепенькие бойные малыши. Уже видны расцветка их, где будут черные пятна. И они очень отличаются от спортивных голубей размером, ну и вообще другого вида, склада. И бойные. Эта пара тоже снесла яйцо, снесли яйца, и ленинаканская голубка, все-таки это оказалось голубкой, как я и думал, и с бакинским голубем, посмотрим, что получится. И снесла, значит, пара еще одна, это 2 бакинских голубя, и внизу, в гнезде, которое я вам показывал, на которой лежала одна веточка, тоже появились яйца, и там тоже сидят голуби на кладках. Соответственно, количественный состав бойных голубей, я надеюсь, что у нас увеличится. Ну, а за качеством мы будем наблюдать, отбирать, а я вам это все буду, конечно, показывать. А вам всего доброго. Дай Бог вам всем здоровья. Спасибо, что досмотрели наш канал, наше видео до конца. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, кому это интересно. Здоровья вам, мира и удачи. Без зависти и честно. Всегда ваш улетный дачник. Не теряйте меня, как минимум на 1 неделю. Всем пока и до новых встреч. А мы работать, продолжать. Вот так, весна. Ух!